Добрая раковина. В бурю море становилось злым черным. Ветер поднимал над ним высокие волны. Такие высокие, что они даже закрывали солнце. Волны неслись к берегу и выбрасывались на песок, на камни, длинные водоросли, неосторожных рыб, измученных прибоем крабов и множество красивых маленьких ракушек. А иногда море выбрасывало чудесные большие раковины, но это случалось очень редко. Постепенно ветер затих, и море успокоилось. Гладкое оно сверкало на солнце, похожее на громадное зеркало. «Что же ты сегодня подаришь мне?» — спросил Гриша у моря. «Хорошо бы большую раковину». Ответило море шелестом волн. «Ага», — догадался Гриша, — «ты говоришь, ищи, ищи, ищи. Хорошо, я буду искать». И он пошел по берегу, внимательно разглядывая все, что выбросило в бурю море. Но раковина не попадалась. Сел Гриша на большой плоский камень и стал смотреть в море. Вдоль берега на быстроходной лодке мчался мальчуган. Он был немного старше Гриши. «Возьми меня покататься!» — крикнул ему Гриша. Но мальчуган даже не посмотрел на него, и лодка пролетела мимо. Гриша опустил голову и вдруг увидел у своих ног большую чудесную раковину. Она вся была из розового перламутра и светилась так, будто в ней горела лампочка. Не веря глазам, Гриша взял ее обоими руками и поднес к уху. Раковина сразу же загудела. В ее шуме послышался вой ветра, плеск волн и свист парусов. Тут же Гриша увидел чащийся по морю корабль. На его мачте развивался черный флаг. На носу корабля стоял одноглазый пират. За поясом у него торчал пистолет и кривые кинжалы. Как это получилось, Гриша не мог понять, но он оказался на этом корабле и увидел в трюме связанную плачущую девушку. Она звала на помощь. «Как мне помочь тебе?» — спросил Гриша ее. «Дай мне раковину», — ответила девушка. Грише не хотелось расставаться с раковиной. Но ему очень жаль было девушку, и он отдал раковину. Тут же девушка превратилась в птицу и улетела. Как только улетела, все исчезло. Гриша увидел, что стоит на берегу и держит в руках чудесную раковину. «Что это такое?» – подумал он и снова приложил раковину к уху. Опять зашумела она, стала даже гудеть. И Гриша увидел на море военный корабль. На капитанском мостике молодой капитан. Тут же он увидел фашистскую подводную лодку и понял, что сейчас фашисты выпустят торпеду, и судно погибнет. Как только он это понял, то сразу же оказался рядом с капитаном. «Чем я могу помочь?» – крикнул Гриша капитану. «Если бросишь раковину в море, фашисты погибнут, и мы будем спасены», — ответил капитан.
«Хорошо», — сказал Гриша и уже замахнулся, как вдруг увидел проплывающую быстроходную лодку. «Эй, да у тебя раковина!» — крикнул мальчуган, хозяин лодки. «Если отдашь ее мне, я тебя покатаю. Дай раковину и садись». «А как же капитан?» — подумал Гриша. «Если я не помогу, фашисты погубят судно». Ни секунды, ни медля он сильно размахнулся и бросил раковину. Она вспыхнула на солнце, как лампочка, и тут же утонула. И опять стоит Гриша на берегу и держит в руках чудесную добрую раковину. Конец.